какие слова есть в нашей речи. Вот кто-нибудь из вас был в огороде или в саду? Были, да? Все были? Да. Все знают. Там растут растения. Растут растения хорошие? Да. А еще какие растения? Плохие. Плохие. А как называют такие растения, которые... Сорняками. Да. Корневые. Корневые. Сорняки. У них корни такие большие. Что мы делаем с сорняками? Выкапываем. Да. Они потому что мешают расти хорошим растениям. Вот, ребята, и в речи точно так же. Есть слова, которые украшают нашу речь, а есть слова, которые засоряют нашу речь. Портят. Портят. Умница. Угу. Из-за сорняков это делают плохие фрукты. Да. И также вот фрукты делаются плохие, ты говоришь, да? И речь наша делается плохая. И ее неприятно слушать. И вот сегодня мы с вами понаблюдаем, да? Какие слова бывают хорошие, а какие слова бывают плохие. И поможет нам в этом, ребятки, наши игрушки. Вот посмотрите, они рядышком. Игрушки, они говорящие. Почему говорящие? Потому что они ночью оживают. Ночью оживают. Они сейчас даже нам будут говорить. Я загадываю вам загадку, вы ее отгадываете, подходите к этой отгадке, к слову отгадке, и смотрите, какое словечко нам этот зверек или предмет принес. А потом мы будем с вами рассуждать, это хорошее слово или плохое. Если это плохое слово, мы будем ее, вот знаете, вот сорняки-то убирают в корзинки, в коробки, да? Мы с вами вот сюда в коробку будем, посмотрите, складывать, вот так закрывать. Слушаем следующую загадку. Спит под крылечком, хвостик колечком, громко лает, хозяину встретил. Собака! Собака, так иди, где у нас собачка? И где это слово там спряталось? Ищи, собаку нашла, ищи словечко. Под хвостиком, может, где-то под лапкой, подушком. Ну-ка, ищи-ка, где? Проверь везде, ищи, где же оно спряталось? Вот оно, молодец какая, давай-ка нашла. Собачка сказала тебе слово, давай его прочитаем. Принесла нам словечко. И это слово «столовка». Столовая. Правильно, как говорить? Столовая. Скажи, что с этим словом сделаем? Оно хорошее или плохое? Уберем его или наоборот в ромашку положим? Плохое, убирай его быстрее. Пропалываем наш язычок. Вот так, подставляй. Вот умница. Все, закрывай быстрее, держи, чтобы не вылетело. И мы находим, где наше красивое слово «столовая». Вот наш цветочек еще больше стал. Пошли дальше. Так, очень шустрые, смешные и такие озорные по деревьям и лианам безопасно скачут прям. Да, слушайте. Обезьяны. Вместе с семьями живут. Фрукты весело жуют. Обезьяна, молодец. Ну-ка иди ищи, обезьянки какой нам смотрим. Ух ты, как быстро нашла. Ну-ка читаем, а что там? Братан. Брат. Как правильно говорить? Брат. А ласково как брата назовем? Брат. Братик. Что мы сделаем с этим словом? Убираем его. Пропалываем наш язычок. Вот так вот. Сейчас мы найдем красивое слово брат. Поднимите руку. У кого есть брат? Да, конечно, у меня есть валюты и тачу. Замечательно, да, молодцы. Теперь посмотрите, ребята, какая у нас красивая ромашка получилась. Из хороших слов. Учительница, столовая, брат. Очень хорошо. Хорошо, мы сегодня с вами учились говорить правильно. И, ребятки, если вот такие сорняки у кого-то в речи будет, мы речь у чужих будем поправлять. И вот сегодня наша игра «Говорящая игрушка». И вот мы сегодня, это хомячок, и мы сегодня хомячка тоже научим говорить. Мы сейчас все вместе хором с вашим скажем правильно. Скажем слова «Говорим правильно». Приготовились? 3, 4. Говорим правильно. Вот посмотрите, мы с вами тоже научили хомячка говорить правильно.